Полный лун. Скоропортом стоит. Дальше что, кто за товар платить будет? Вот именно. Я думаю, что пробок нет. Достаточно быстро и оперативно досмотрят машины, поедем дальше. Ситуация как была спокойная, так она и осталась. То есть все спокойно, никакие пробки. Добрались с Керчи, добрались за сколько? За 2.5 часа, что ли? То есть свободно, спокойно, замечательно. Поэтому никаких, вообще никаких проблем нет совершенно. Ну, стою двое суток, будет скоро. Ну, на остановку нормально, кормят. Вода, все есть, чай горячий, кофе, пожалуйста.